Да, слава богу. Куда-то такая сегодня. Это вам. Все. Как понимаете, вы пришли-то в такое время, что не разгуляешься. Это у меня ребята. Вот люди сегодня любят стонать. Это не годится так. Нужно в любых условиях жить красиво и интересно. Я не христианский, я скажу, азартно. Вот представьте, я в камере нахожусь. Я не обращаюсь, просто молюсь. А утром преступники мне говорят, вы молились сегодня, 7 человек сзади на колени становились, можем мы завтра будем молиться? Мы никого не тянем, не агитируем. Наша община единственная, может быть, в мире, где запрещено к себе звать. И такой журналист был, Сергей Тепляков, он написал в общину Клапкину, говорит, попасть нисколько не легче, чем отряд космонавтов. А я скажу еще труднее, потому что требуется моральное качество. Мы 3-5 лет подготавливаем к крещению только. Мы никого не тянем, не вербуем. Игнат Тихонович, а вы можете нам для картинки немножко, вот, может быть, забраться туда? Они спят. Туда может он зайти, если он полезет. Нет, пожалуйста. Нет, вы просто... А, я просто, ну, голубей я сейчас выгоняю. Нет, вы выгонять не надо. Я успею, может, хочешь, выгоню маленько? Ну, немножко. Ну, немножко. Чтобы они не померзли из-за нас. Он вылез один. Подожди, выпадывает там. Ой, посмотри какой. Это двухщёбы. Видите какие? О. Ну, вон они бы сидят наверху. Ну что, пустить можно? Давайте. На, так, подержи, пусти. Вот меня тарит. Ой, красота какая. Ну чего? Отпускай. Отпускай. Посмотри, как Наташа отпускает. Ну-ка, Наташа, подбрось, подбрось, Наташа. Подожди. Ну-ка, отпускай. Давай, и... Да нет, так, просто отпусти его, отпусти. Вот он как. И сейчас уже темняется, а они никак не... Вот посмотри, вон на той, на том дому, видишь, он висят бутылки на горку. Это голуби снаряд, у меня туда договорился, разрешили мне туда залезть. Вон туда, вон провод. И я держу, чтобы они слетели оттуда, чтобы гонять. Скажи, в этом возрасте по чужим крышам лазить? Не, или нет? А это грузин, там Данелия.
Я с ним договорился, залез, вот я сам вешал в бутылке. А потом провода протянул, теперь за это вот дергаю, вон там внизу-то. И они вылетают. А там бутылки висят, а там камушки гремят. Чем занимает это? Ладно, иначе ж поедем. Давайте. Спасибо большое. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Да. И сразу вы скачаете видео. Конечно. Ну ты где зайдешь? В нашем балу. Писте не два. Да, я зайду. Зайду. Но это я вам сброшу только в четверг. Спасибо. 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 До свидания. С Богом. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Слава Христу. До свидания. Пока. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Игнатий Кнович. Рада вас. Пальцем, ничем ты так не привлечешь, как послушанием. Спасибо, Игнатий. Слава Господу. Наташа, она хорошая. Мы давно знакомы. Вот так, да я сразу залежу. Этот дом-то у меня достался за то, что я сидел. У меня конфисковали. Глава администрации города Баварин дал 11 лет, шел суд и высудили. Вот это 13 соток, два домика, в том я живу. Ну, не пришли кого тут минуты считать, попутали. Сказать. Главное, у них задача была стариков ставить. Ну, они на меня вот и вышли. Залетели. У меня потом сходишь, там, может быть, запереть надо будет. Я, наверное, запру, сам зайду. Я замок не повесил, у меня тут с собой они были.